Люберецкие спортсмены приняли участие в городском чемпионате Калуги по масс-рестлингу. Городской округ представили спортсмены, которые из раза в раз на соревнованиях различного уровня занимают места на пьедестале. Так, Людмила Илькаева заняла 3-е место, Илья Рагимов и Ильдар Худи – 2-е места, а Григорий Дорофеев и Глеб Богданов – 1-е места в своих весовых и возрастных категориях. Дарья Миронова одержала победу сразу в 2 категориях. Турнир среди юношей и девушек в Калуге – часть отборочного этапа к всероссийским соревнованиям, которые пройдут с 8 по 10 сентября в Анапе.